В Омске хотят закрыть 388-й маршрут. «Газели» по нему ездят незаконно, пояснили в департаменте транспорта. Предприниматель, который организовал перевозки, уже закончилась лицензия. Он через суд пытается это оспорить, но вряд ли это поможет, отметили в департаменте. А для удобства пассажиров 362-й маршрут продлили до поселка Птицефабрика. Однако только на 388-м можно было напрямую доехать, скажем, жителям микрорайона Прибрежный от арены Омск до парка культуры и отдыха. Теперь придется раскошеливаться на пересадку.